Всем привет! Сегодня, опять же, по вашим запросам, смешной олень. Фон можно выбрать любой, кроме белого. Я взяла серый, чуть-чуть светлее, чем на первом варианте. Покрываю в два слоя. Закрепляю топом. Это гель-краска желе белая 3D Jelly. Я, честно, с моей любовью к барельефным дизайнам, без нее как без рук. Рисую вот такой вытянутый эллипс. Это тело оленя. Мне проще сначала нарисовать элемент, а потом чуть-чуть добавить по мокрому объем. Чистой кистью вытягиваю тонкие ножки. Не делайте ему толстые ноги. С тонюсенькими он такой милый и смешной. Хотя делайте так, как нравится вам. Сушу достаточно секунды в лампе, чтобы гель прихватился. Эта гель-краска очень светочувствительная, и этого времени более чем достаточно. Следующий этап – голова. По сути, рисую каплю с острым кончиком носиком. Ушки. Голова оленя развернута в сторону и чуть вверх, поэтому уши не сверху, а сбоку с одной стороны. Я применяю промежуточную фиксацию после каждого элемента. В случае ошибки у меня есть возможность вытереть и перерисовать последний этап. Рожки рисую чистой кистью, окуная в гель-краску только кончик кисточки. Так линии получаются тонкими. Рога начинаются сразу за ушками. И не пишите мне, что руку клиента не развернуть. Я мастер и могу развернуть руку даже взрослого человека так, как нужно мне. Тем более, что клиент, выбрав дизайн, испытывает огромное желание всячески помочь мастеру, чтобы получить красивый результат. Разветвление у рожек я делаю симметрично. Я взяла синий гель-лак и добавила каплю в гель-краску желе. Получился голубой. Шарфик я делаю в два этапа с промежуточной полимеризацией, чтобы он был объемнее. Черным гель-лаком или гель-краской нарисую глазки и носик. И, конечно, снег. Я, может, конечно, перебарщиваю с ним, но так он мне нравится. Благо, что мои клиенты этому только рады. Все готово. Надо только хорошо одну минуту все просушить и удалить дисперсию. Я не закрепляю барельеф топом, даже глазки и носик оленя, так как их я рисовала гель-лаком из коллекции Latex. Его не нужно в прорисовке покрывать топом. Вы еще просили елочку, я уже ее сняла. Осталось только смонтировать. Будете ждать? Ссылки в описании. Всем пока!